Великий певец Тимати никогда не скрывал, что гордится своей дочкой. Артист часто выкладывает совместные фотографии с малышкой в Инстаграме, рассказывает о ее достижениях и увлечениях. Однако, большую часть времени трехлетняя Алиса проводит не со своими звездными родителями, а с бабулькой. Ну, в общем, Симона Юнусова, то есть мать Тимати, часто рассказывает о секретах воспитания, о проблемах, с которыми сталкивается звездная наследница. Однако, на этот раз бабушка решила высказаться по поводу критики, адресованной ее внучке. По словам матери Тимати, Алису постоянно осуждают из-за отсутствие танцевального таланта. Блять, вот знаешь, если не дано, нахер то не дано, бабуль, извини. Трехлетняя Алиса действительно с недавних пор посещает балетный класс. Свой гневный пост звездная бабка сопроводила забавным видео, на котором девочка пытается танцевать, но никак не может уловить мелодию. Наследница Тимати оказалась самой маленькой в группе, но это не помешало ей выйти в центр круга и показать несколько па. Подписчики Симоны Юнусовой поддержали ее, отметив, что невозможно судить о талантах ребенка в столь юном возрасте. Если будет желание, она обязательно научится двигаться в такт. На видео заметно, что с девочкой занимаются хорошие педагоги, у нее отлично получается танцевать для своего возраста. Звездная бабка призналась, что ей самой порой бывает смешно смотреть на выступления внучки, но она старается сдерживать эмоции. Алиса растет настоящей пацанкой, но при этом девочку интересует балет. А преподаватели утверждают, что у наследницы Тимати есть потенциал в данной области. Естественно, денег-то сколько ее отец отвалит потом тебе. Малышка занимается танцами чуть ли не каждый день, ведь Симона Юнусова уверена, что к нагрузкам следует привыкать с раннего возраста. Преодолению лучше учиться с детства, пока для этого не нужна мотивация. Незаметно вырабатывается характер и тренируется воля, рассказывает нам звездная бабушка.